M1 Global presents. И здравствуйте, мы находимся в Санкт-Петербурге, в клубе «Александр Невский». Рядом со мной представитель этого клуба Павел Ветрук. Паш, привет. Привет, привет. У тебя запланирован бой 6 июня в Ингушетии. Расскажи, как проходит подготовка, на каком она этапе сейчас? Ну, подготовка проходит хорошо, сейчас практически уже заканчиваем ее. В принципе, осталось 1,5 недели. Сейчас работаю над весом и более такими тактическими моментами. А так уже основная работа уже прошла. Насколько сложно для тебя проходит с гонкой веса? Как много тебе приходится гонять перед боем? Ну, с гонкой веса проходит не особенно тяжело. В принципе, работая по... Ну, все время как гоняли вес, так и гоняем. Там ничего не меняли. Гоняю 7-8 килограмм, в принципе, и сначала диетой, вот, ну, а потом уже чуть-чуть намного легче, уже в конце в сауне. В принципе, за месяц начинаю, уже все нормально уходит, и уже под турнир, в принципе, уже нету лишнего веса. Расскажи, вот какие выводы сделал ты и твоя команда после твоего боя против Макса Коги? Почему, по-твоему, на твой взгляд, вот вы разбирали, так произошло, такой итог поединка, и что изменили? Ну, посмотрели бой. Сначала сам очень много думал, что произошло. Потом очень много смотрел, один бой, потом с тренером смотрел. Ну, считаю, что сильно, не знаю, как-то, может, понадеялся на легкий бой, потому что, в принципе, Макса в боев там М1 не было, и они так либо быстро заканчивался, да, что его бой, и либо его вообще отменили. Поэтому, как соперник, я не знал, по сути, какой он из себя, что он из себя представляет. Сам где-то тактически не перестроился, где-то что-то не хватило, может, не настроился. Но много разных факторов сыграло на самом деле. Выводы сделал очень много, очень... Большие выводы сделали, и как теперь тренироваться, как подходить к бою, настрой какой. Поэтому больше поработали как бы головой, а в техническом плане тоже некоторые моменты поменяли, но не особо. Больше так вот, ну, головой подумали. Скажи, ну тебе предпочтительнее, как спортсмену, выступающему в ринге, в каком в стиле вести бой? Что тебе больше нравится, проводить бои в стойке или ты готов к любому развитию? То есть и в партере ты тоже можешь дать отпор? Ну, знаете, это смешанное единоборство, это ж тут по-любому все может быть. И в партер может перейти бой, и может вообще не дойти до партера. Ну, как изначально, то, что я все равно занимался... ударной техникой, поэтому мне проще немного вести бой в стойке, и я себя чуть, ну, увереннее там, можно сказать, чувствую. Но я сейчас постоянно работаю, когда я начал заниматься смешанными единоборствами, над борьбой, там, над партером, над другими компонентами, и поэтому мне, в принципе, без разницы, где будет проходить бой, либо внизу, либо наверху, не знаю, либо там хоть посередине. Поэтому я готов во всех аспектах и прямой везде бой. Вот твой соперник Ли Моррисон, он, во-первых, очень опытный и взрослый. Вот скажи, исходя из того, что последние его поединки все в основном, в них присутствовала борьба практически во всех, зная это, изменили как-то тактику именно на бой с ним? То есть, что бы ты хотел использовать, чтобы нивелировать этот фактор? Да, конечно, мы же обязательно перед каждым боем мы смотрим своего противника, что он делает, какая его сильная сторона, какая слабая сторона, и, в принципе, работаем под это. То есть, естественно, что он будет бороться, и все будет делать для того, чтобы бороться, но также не надо забывать, что он может и ударить, потому что все равно, что я еще раз повторюсь, это смешанное единоборство, тут может все что угодно произойти, поэтому нужно быть и там готовым. Вот. Наработали, да, многие моменты, тактически его разбирали, вот. А ну, бой уже покажет, я сейчас ничего не могу сказать, именно что мы там наработали, да, в принципе, бою все увидите. Я надеюсь, что мы хорошо поработали, даже не надеюсь, я уверен, что мы хорошо поработали, и, в принципе, будет красивый поединок.
Вот еще о красоте. Поединок будет проходить в горах. Это там, ну, в Ингушетии очень красивые пейзажи. Но помимо этого, там и более разряженный воздух. Скажи, вот этот аспект учитывали как-то? Удалось ли потренироваться или привыкнуть к такому, к такой местности? Да, ну, я первый раз так буду биться в горах. И для меня, ну, не знаю, я, честно сказать, еще так, ну, никогда даже и не предполагал, как это. Вот. Надо попробовать, мы поедем чуть заранее туда, чтобы, не знаю, акклиматизироваться или попробовать, как это вообще в горах там нахождение, чтобы там тоже не было такого шока для организма. Поэтому заранее поедем, ну, там буквально за несколько дней, чтобы тоже там не привыкнуть в то же время, да, и так поймать золотую середину и посмотрим уже, как будет дышаться. Паш, спасибо большое за интервью и желаем удачи и победы в будущем бою. Спасибо большое, спасибо, до свидания.